Возможности для занятий спортом должны быть равными как у ребят из крупных поселений, так и совсем небольших. В Северском районе для этого прилагают максимум усилий. В станице Дербинской на территории школы полным ходом идет строительство современных спортивных площадок с искусственным покрытием. Одна предназначена для мини-футбола, вторая – для баскетбола. Глава района лично проконтролировал строительство объекта. На работы выделено около 6 миллионов рублей. Поиграть на новых площадках ребята смогут уже в начале учебного года.